многие малые, средние государства, я это за свою долгую президентскую жизнь не один раз видел, всегда ориентируются на эти гигантские и богатые государства. Отчасти это так, потому что они обладают теми ресурсами, которые не хватает у нас. Но мы не должны забывать о том, что любые империи и крупные государства никогда с нами не будут сотрудничать без предварительных условий. Они обязательно что-то попросят взамен, даже еще ничего для себя не сделают. Особенность наших отношений, что мы никогда не ставили друг перед другом предварительных условий. Мы друзья, мы просто родные люди. И это величайшая и честная основа нашего сотрудничества.